Снежная фантазия обернулась коллапсом. Молодежный конкурс на лучшую снежную фигуру, который проходил в Иванове в субботу днем, не смог начаться вовремя из-за того, что коммунальщики не туда привезли снег. 12 команд участников ждали возможности показать свое мастерство лепки из снега несколько часов, пока их строительный материал перевозили на место проведения конкурса. Тематика, конечно же, есть. Это кино и мультфильмы. По заявкам мы уже знаем, что в основном участники будут лепить героев мультфильмов. От Бабы-Яги до Козы-Дерезы и, конечно же, там смешарики и тому подобное. Конкурс, несмотря на затянувшуюся заминку, прошел на ура. Победителями стали авторы вот этого чеширского кота – студенты Политехнического университета.